В данный момент самый крупный объект – это часть улицы Гребенской, примыкающая к городскому пляжу. Объем заменяемого покрытия впечатляет. Это более 1800 квадратных метров. Сейчас здесь проходит демонтаж старой плитки и установка нового бордюрного камня. Кроме того, в разных частях города обновляются тротуары. В частности, на Пионерском проспекте сотрудники Ремстроя установили новые бордюры и застелили 65 квадратных метров в пешеходной зоне. Особое внимание уделяют популярному Анапскому бульвару 100-метровка. Этот вопрос будет решаться однозначно. Я присутствовал на этом обследовании, проходил там плитка, там положенная всего лишь на вся толщина плитки составляет 3,5 сантиметра, но все ларьки, которые присутствуют там, завозят товар, грузовые машины, они его подавили. Это пешеходная плитка, нельзя туда заезжать. Поэтому силами, опять же, МКУ Ремстроя будет поставлено ограждение. Ограждение, я думаю, что будет поставлено у нас до понедельника, чтобы прекратить въезд на машины. И старая плитка, которая демонтируется сейчас с Гребенской, пойдет, скорее всего, на точный ремонт по 100-метровой площади. Все работы, которые запланированы руководством Ремстрой, планируется в полном объеме завершить уже до 1 мая этого года.